Дамы и господа, с вами Александр, компания Пирофан. И сегодня мы приехали затестить дым «Дымовая завеса». Его еще называют мини-РДГ. Это дым, который потенцируется с помощью черкашки. Черкашка приклеена снизу ко дну. Вот. Этот дым используется в тактических учениях, да, в тактических играх, страйкбол, пейнтбол, для маскировки, для отвлечения врага, внимания соперника, так скажем. Мы подожжем сразу две штучки, чтобы было наглядно видно, что две штучки, вот такие компактные, они заменяют одну армейскую РДГ-2П. То есть дым двусторонний, хорошая штучка. Сейчас мы продемонстрируем, как они будут гореть в обе. Инициируется с помощью черкашки. То есть, как мы видим, очень плотные клубы дыма. Если не сбросить не на расстоянии, хотя бы 2-3 метров друг от друга, то дымовая завеса будет очень точная, как вы видите. То есть для тактических игр это идеальный вариант, стоит она недорого. Всегда в наличии у нас в Пирофане. Дымит она где-то, ну, плотный дым до 70 секунд и остатки дыма 190 секунд. Дымит она с двух сторон, то есть две штуки дают даже большую завесу, чем одна РТГ-2П.